Казанский федеральный университет впервые вошел в предметный рейтинг Round University Ranking по медицинским наукам. Это международный рейтинг вузов, оценивающий эффективность деятельности 750 ведущих университетов мира. Казанский федеральный университет стал 306-м среди научно-образовательных центров мира. Среди российских вузов КФУ занял вторую позицию, уступив только Московскому государственному университету. Казанским федеральным университетом были совмещены направления биологии и медицины. Так был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Биология лежит в основе медицины. Это дает серьезный толчок развитию обеих наук. Такое совмещение в итоге формирует результат, который достигается в краткосрочной перспективе. Также Казанский федеральный университет впервые вошел в рейтинг Times Higher Education по направлению науки о жизни. Помимо этого, в рейтинге Round University Ranking КФУ занял 10 место среди российских университетов в списке по социальным наукам. Также 8 декабря состоялась презентация дорожной карты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. На ней присутствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Во вступительной речи он рассказал, почему был создан медицинский кластер Казанского федерального университета. Мы должны создать вот такой центр, который быстро бы узнавал, с одной стороны, все, что делается в России и в мире топово, и второе, пытался все это внедрить в составе этой клиники. Только в этом случае имело смысл присоединять огромный коллектив, по сути, еще раз повторяю, трех медицинских учреждений. Защищал стратегию развития директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. На защите рассказали о развитии и путях роста медицинского кластера КФУ. Так, например, он затронул тему дополнительного образования института. Реализация программ наращивается с каждым годом. Опираться только на обязательные образовательные программы не стоит. И мы подготовили сейчас уже, то есть 76 программ идет подготовка, это доп. Образование. И посмотрите, как по годам, то есть какие-то из них уже в 16-м мы начали реализовывать, а, так сказать, большая часть уже в 17-м реализуется. И плюс по годам это будет нарастать. Планируется, что в дорожной карте Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета пути развития преподавания и самой медицины будут объединены. Работы по двум направлениям будут вестись в комплексе. Это даст значительное улучшение как преподавательской деятельности, ведь появятся новые возможности обучения, так и медицинской, поскольку профессиональный уровень молодых ученых будет повышен. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.